Поэтому я еще раз говорю. А что ты хочешь, чтобы я не ля-ля? Это ты хочешь, чтобы не ля-ля? И да, не даешь нам возможность выступать, и сам не выступаешь. Давай только дистанцию сам дальше. Хоть что-то, но а то мы бы с тобой не разговаривали. А ты не можешь, ты кроме разговора, так ты попросил поговорить, вообще в жизни ничего не можешь. Нигде, никогда. Биографию посмотри. Что ты сделал? Я работал преподавателем. Отлично. Огромное количество. Я тоже работал преподавателем. Моих огромное количество моих студентов побольше, чем твоих. Сюда. Хорошо. Выучаются. И работают во многом. Которые были со мной близки. И что? Они в жизни намного больше. Давай вот это вот вешается. Давай вот это вешается. Помогли люди. Давай это вешается. Вот это, конечно. Еще померяем. Вот это важно самое. А то, чтобы приезжать в СНТ и рассказывать людям, что мы здесь с рупором, да я так. А когда справедливо, когда Самсонова здесь была, она ни разу не позволяла себе голосовать за этот бюджет, который убивает здесь все. В этой области. За зарплаты, которые невозможно платить. А, так я согласен. А это позиция избирателей. Моя да. Вот Зинаида Михайловна, это позиция избирателей. Отражает да. Позицию избирателей. А моя от моих избирателей. И что? Сзади чего?